Подпишитесь, друзья, на наш канал, чтобы не пропустить самые важные события в Центральной Азии. В настоящее время рассматривается возможность присоединения Таджикистана к Евразийскому экономическому союзу, ЕАЭС. Об этом сегодня, 22 ноября, пишут таджикские СМИ, со ссылкой на заявление главы МИД РФ Сергея Лаврова, которое он сделал позавчера в Баку. Россия приветствовала бы подключение Азербайджана к Евразийскому экономическому союзу. ЕАЭС – это открытый интеграционный союз, и подключение новых стран всегда приветствуется. В настоящее время рассматривается возможность присоединения Таджикистана в эту организацию, заявил глава внешнеполитического ведомства. По словам дипломата, ряд стран со всего мира хотели бы наладить партнерские отношения с Союзом. До этого первый замначальника таможенной службы республики Хуршет Каримзода заявил, что правительство Таджикистана изучает процесс вхождения в ЕАЭС на примере других государств, в частности, опыта Киргизии и Армении. Каримзода подчеркнул, что прежде чем вступить в этот союз, необходимо ответить на ряд вопросов. В частности, что может Таджикистан предложить рынку стран-участниц указанной организации, отвечает ли продукция Таджикистана стандартам ЕАЭС, будет ли обеспечена здоровая конкуренция. По мнению известного таджикского политика Рахматилла Заирова, из-за искусственного затягивания вступления Таджикистана в ЕАЭС республика только за последние два года потеряла 6 миллиардов долларов. Ваше мнение, друзья? Подпишитесь, друзья, на наш канал, чтобы не пропустить самые важные события в Центральной Азии.